Всем привет! Продолжаем проходить Wasteland 2. 20-я часть. Как же меня заебала уже эта игра. Я посмотрел XCOM, это стратегия, между прочим. Стратегия! За сколько проходил? 19 частей, по-моему, там было, и последняя получается неполная. Потому что она последняя. Здесь 20-ка. И посмотрев прохождение по текстовое, вот это, там еще дохрена, там еще просто дохрена, где-то прошел 2/3. Там пиздец еще, там очень много и, возможно, очень сложного. Как я хочу пройти эту игру уже, я не могу. Она как-то уже в печенках сидит, не знаю. Она вроде была интересна в какой-то момент, когда я там против людей сражался какой-то из частей. В тот момент я наслаждался, да. Но эти моменты, когда ты такой бегаешь и не понимаешь, что вообще делать. Вы! Ты ёбнутый. Ну просто чтобы опыт получить. Так, мне нужно вылечить вот её. Блин, у меня аптек нету. Блин, а где я брал все аптеки? Ладно. О, есть 3 аптеки еще. Мелких, видимо. Так, ну всех уродов мы тут замочили. Поэтому в этом плане я доволен. Ироды в трупе. Так, ладно. Пошлите в тюрьму. Попробуем договориться с челиком с турелями. У меня есть какая-то гусеница. Вот она. Возможно, она поможет. А может и нет. Так, ступы. Вот здесь надо сохраниться перед тем, кто идти. У меня дилемма. Я не могу забросить эту игру. Потому что я буду мучиться. Да и плюс еще не пройду прохождение, как бы не камильфо. И в то же время... Блять, куда ты бежишь, Иван? Иван, иди сюда, Иван. Иван, не беги посередине дороги. Еблан. Еблан Иван. Итак, убийцы собак вернулись. Зайди за камни, рейнджер, прошу вас, подойдите и умрите, как убиты вами собаки. Мы не выпускали чуму. Не врите мне, суки, я знаю, что это вы сделали. Вы явились сюда и в прошлый раз убили моих людей. Мы нашли лекарство для собак, давай поговорим. Лекарство? У вас серьезно? Даже не верится. Ладно, рейнджеры, не стану упускать шанс вылечить моих собак. Но если вы нам врете, вам конец, вы слышите? Так, а у меня есть лекарство же? У меня есть пивко. Слышь, чел, тоже неплохо же. Блин, мне кажется, что это какое-то наебалово. Вот мне прям так и вот чуется это. А где мое лекарство?
Ну, один хер я смогу вот с ним подраться тогда. Пошлите ее беги. Так, не бегите толпой. Так. Просто мне кажется, этот чел что-то придумал. Таким образом, как бы убить их. Ага. Я сохранился же? Это неплохой кадр. Блин, я уже думал, тут будет сейчас какой-то пиздец. Я не смогу все попасть, буду бегать опять в Дамонту. Блин, ну здесь неплохо, у него дворик такой интересный. Реально неплохо. А, это ты? Стрелок красный, руки держите на виду и идите. Ради вас ним на что-то там, надеюсь, что там что-то. Надеюсь, что лекарство у вас. А где он? Ёпта ваша мать, какой тут. Высокий человек с тяжелым взглядом и пурпурным шрамом по всей четко очерченной левой щеке. Ненависти в его глазах достаточно, чтобы сжечь вас дотла. Я бы очень хотел порезать вас на части и скормить нашим собакам. Но если у вас и правда есть лекарство, тогда стойте, где стоите и ждите. Босс идет. Если у вас нет лекарства, тогда подходите. Будет у вас последний шаг. У нас есть лекарство? Давайте, Рейна. Что-то там. Воу. Посмотрите на тех, кто сделал это с тобой. А потом я их убью. Предводитель красных скорпионов гораздо моложе, чем вы ожидали. Ему вряд ли больше 30. Это широкоплечий парень с детским личиком, которое не скрыть никакой броней или грязной бородой. Он переводит взгляд со своей больной собаки на нас. А, на вас. И его взгляд из теплого становится ледяным. Короче, рейнджеры, мне сказали, вы можете вылечить моих собак. А мертвых воскрешать можете? Верните мне Рекса. Чего, блядь? Согласись заключить мир с рейнджерами, тогда мы вылечим твоих собак. Вы ради этого все и задумали, да? Уловка такая, чтобы меня наконец поставить на место. Сначала вы раздражаете моих собак чумой, зная, что я с ума сойду и нападу на вас. А потом, когда я устал и отчаялся, приходите сюда, предлагаете лекарства и ждете, что я буду целовать рейнджерам задницу. А идите-ка вы в жопу. Я от рейнджера только такой подлянки и ждал, так что на нее не куплюсь. Покупать? Мы не сражались с собакой, это сделал один из твоих рабов. Один из, мы не говорим кто. Снова врете рейнджера. Если не сражались с собакой, так докажите. А у нас нет доказательств нашей невиновности, но говорим мы правду. Ну, конечно, рейнджеры всегда говорят правду. Вот вам моя правда. Когда закончим разговор, вы умрете. Не веришь, что мы не виновны? А чему поверите, что может, можем тебе предложить? Договориться можно только так. Вы вылечите моих собак, а я не буду вас убивать. Или так, или никак. А тогда убивай, с нами умрет и лекарство, и твои собаки тоже. Черт, стойте, нет. Ладно, ладно, давайте так. Вы вылечите собак, я отзываю своих ребят, а потом все будет по-прежнему. Вы на своей стороне, мы на своей. И на чужую территорию никто не заходит. Договорились? Допустим, идет. Хорошо, начинайте тогда. Потом идите в псарню, возвращайтесь, когда все закончите. Так, у меня есть лекарство?
Блять, а где мое лекарство? О! Ну она доктор вроде как. Рейна, где же лучше? Чудесно. Дарни, рейнджер, скорее. А что мы сделаем? А, у меня бесконечная, что ли? А где псарня? Ну как ты, Рейна? Где псарня-то? Так, дай-ка сохранюсь, сейчас пойду не туда нечаянно, и все. Так точно, сэр. Славная псина, сэр. Где псарня? Типа указал, где это. А, вот, звуки оттуда идут. И что, я должен... А, типа всех вылечить? Серьезно? Он одет в броню ополчения, но развязанности красных стрелков в нем нет. Это спокойный мужчина в годах. И судьба собак, на которых он отвечает, ему явно не безразлична. Вот не думал, что вижу рейнджеров в нашем тюрьме. Комендант Данфорд знает, что вы здесь? Данфорд просил нас вылечить собак. Тогда понятно, обычно он про вас говорил, как и про демона в человеческом обличье. Но собак своих он любит. Они сейчас, сами видите, им любая помощь пригодится, даже от демонов. Нахер ты с ним разговариваешь? Что случилось? Не знаю, что с ними. При первой заболела старая Сиги, сначала язва на лапах, потом есть перестала, потом умерла. Я сначала подумал о старце, но потом все собаки заболели, народ это тяжело перенес, а Бобби хуже всех. Нет, это лекарство, прикиньте. Ну потому что он нахера он собак-то убивал? Просто ни за что. Я не буду выполнять его квест. Пускай скорпионы тут главенствуют. Сам такой же говнюк какой-то. Но все равно лекарства нет, чтобы и сам я выжил. Это не мое дело. Это их территория, мы как бы вообще не в делах. Да чтоб меня сработало, вы сняли груз с моей души. Скажите, да, который он до потолка прыгать будет. Нет, не наебало, оказывается. Вы вылечили моих собак с псарни? Зачем говорить нет? Да? Это правда, Кэмпбелл? Сэр, так точно, сэр! Ух, ну надо, это все. Уходите, не возвращайтесь. Мы расстаемся на своей земле. Вы на своей, и пусть так дальше и будет. Главное, не нарушайте правила, рейнджеры.
Вообще-то удачный был шанс, чтобы их отхерачить. Давайте я здесь постоянно сохранюсь. А, призон. А, вот призон. Ну давай сюда. И еще сохранимся в Эсдамонта. На всякий случай. Просто попробуем потом убить как-нибудь. То есть так гусеница не подходит. Ой, той гусеница не подходит, получается. Ну и ладно. Вообще с ним поговорим, что ли? Мне интересно, что он сделает. Так, в Калифорнию, получается, сейчас направляемся. Вы все сделали? Вы вылечили собак? Вы убили Данфорда? Ну, собак мы вылечили, но Данфорда с ним все сложно. Сложно? Вы о чем? Что сложного в том, чтобы высадить этой мрази пулю в башку? Мы заключили с ним сделку, чтобы оставить войну между ОКС и рейнджерами. Вы заключили сделку с этим мясником, с этим грабителем? Разве я не говорил вам, что он наделал? Разве не видели, что стало, с нами стало? Нас же превратят в рабов. Да будь он проклят, я больше не могу так жить. Если вы трус, не собираетесь ничего делать, сделаю я. Может, за мной пойдут и другие. О, давай. Пока. Это не мое дело. Кстати, вызов. А, понятно. Я думал, можно поговорить по поводу того, что мы вылечили. Сейчас в ЭКО-центр зайдем. Еще надо костюмы купить. Это я там знаю. Так, сюда не идем, сюда. Нам сейчас не до него. Вот, если что, потом убьем как-нибудь. А там с турели надо разобраться. Это уже большая проблема. А, колодец, кстати, вон. А, это колодец, кстати, был. Ну-ка, по прямой пройдем, там воду, воду полностью мы чинили, воду. Воду чинили. Куда сейчас ходим? Кто-то сдох. Толкаш, наверное, сдох. А вот.
Нас нападут сейчас по-любому. Роботы? Скажите, что нет. Конечно, это просто человеки. О, человеки в натуре. А это бьет меня вот это? Нет, все нормально. Нужно было сесть. Ай-яй-яй, больно будет. Ай, больно будет, говорю же. Да ладно. А, ну тогда засада. Классно. У них хп нет вообще, в принципе. Ай. Блин, что происходит? Хорош! Сколько можно стрелять? Блин, а этот может спальнуть сюда. Нормуль. Сорок шесть процентов. Вдруг попадет. Что это за проценты? Кто-нибудь объяснит мне? Да ты, блядь, ёбнутый, что ли? Ну как можно промахивать столько?
Сейчас своего долбанет. Ой, повезло, это повезло. Неплохой выстрел. Не, второй раз он не попадет. Это было бы жирно очень. И все? Это ну, из какого отверстия издавал такой звук? Опа-на! Опа-на! Мы долго с тремя врагами возились, конечно. Да идите нахуй! Заебали, просто заебали. Я его не видел. Хорош. За пушку такая. Что? Вот она опять заблокировалась, я ничего сделать не могу. Ебучая камера. А я ничего сделать не могу. Заработала. Промачивается оттуда. Добивай. Отлично. У-у-у, повысили.
Угу. Но снайперку надо прокачивать. Не хватает. На всякий случай сразу перезаряжусь. Ура! Я дошел. Ужас. Сразу воды нальем. Еще купим еще аптечек, потому что маловато. Надо было в центральный корпус заходить. Компус. Gotta hand it to you, Rangers. You're dead again. Things are a little. Трансформер за 45 баксов. Барахло, а это? Это не барахло. Я так понимаю, лопатой можно будет копать. Да, это те места, которые были эти. Здесь что-то закопано. Здесь что-то закопано, вот это все. Так у меня лучше сейчас. Так, динамит есть, кстати, это можно передать. Ну и все, отлично. Аптек больше никаких нету? Нету. Ну и все, до свидания. Thanks for coming by, Rangers. Always good to see new recruits taking their first steps into the big wide world. Тихо, тихо. Теперь я могу копать. Я до этого не замечал даже лопату. Ох, далеко же это было. Когда я тебя пройду? Когда я тебя пройду, игра? Здесь квесты есть, которые тебе нужно выполнять по-хорошему. Но поскольку они слишком тяжело выполняются, мне нахуй не надо. Что, никто не пойдет даже? За херь. Какой бой, блин. Кого пиздить? В какую сторону пиздить? А, вот вижу.
присягнулись. Опа. Ау. Так, не добежит. Тоже не добежит. Хотя смогла бы добежать. Но она не будет атаковать. Тикс. Это такой налетчик с ножом. Стрелок. До свидания, стрелок. Они просто мертвые. Даже так? Они вообще никакие. Как отсюда выйти? На этой локации, по-моему, еще ни разу не был. Ну, наверное, куда-то туда. Нет? Нет, там тут и... А, во. Тридцать семь минут, кстати, быстро прошло время. А где та бабка, которую можно было покупать что-то? Опять что ли? Какой-то. Что ж такое? Слишком далеко. Даже далеко, да? Ну, я тебя понял. Сесть. Блин! Он один. Просто и все. Пускай выйдет. Ну, пизда. Аптека. Столько времени забирает вот это нападение на тебя. Мы вошли. Ужас какой-то. Ага. Лошара. Кто тебя не позовет? Где мы всех тут тоже можем походу побеждать?
О, аптеки. Так, мы сюда добежали. В принципе, можно попробовать сохраниться. А я хочу притормозить. Кто это? Майор, погоди-ка. С возвращением, Эко. Дамонт слышно громко и ясно. Удивительно, что в этой части Аризоны еще остались люди. Мы думали, там сплошное кладбище. Так и есть. Я ничего не помогал никому. Еще бы помогал, это было бы время. Да и там невозможно победить. Чё? Светоносный маяк тьмы. Просто мало чего скажет полезно. Ой, снаряжение. Тысяча 400, блин. Просто бла. Я не хочу читать. Уж извините, но эта игра меня выматывает очень сильно. Не знаю, как так получается. Худой мужчина лет 30 стоит, согнувшись над столом, чистит и смазывает оружие. Его одежда пропитана потом и оружейной смазкой. Кажется, он дрожит. Смотрите, я слышал, что вы с Меркаптан говорили, у нее хороший товар. Но если нужно что-то реально толковое, платить Мелтону придется безумно дорого. В общем, у меня есть своя коллекция игрушек, которые я продаю подешевле. Интересно будет взглянуть? Такого, например, все большие пушки, энергетическое оружие, ракеты, снайперки, все то, что высшего качества. Я все его своими руками сделал. Хотите попробовать? А их не будет клинить на каждом втором выстреле? Клянусь, они ничуть не уступают тому, что у Мелсона, только в 5 раз дешевле. Ну, интересно? А, нет, у меня денег хватает. Брось, я просто пытаюсь подзаработать, ну, чтобы, ну, семье помочь. Ну, почему нуждается? Я пытаюсь выручить сестру, я не могу подробно рассказывать, но это очень важно. Обещаю, слушайте, но выручите меня. Давай посмотрим, что там. Главный меркаптан, или она меня вышвырнет отсюда, ладно? Супер, так что у меня есть? Так у меня лучше. Критический шанс 29%. Вам там то же самое было. Хуйня какая-то. Не буду тебе ничего брать. Ну хуйню продаешь, что я тебе могу сказать. Чуть нет никого. А где мне с кем говорить-то? О, кстати, гранаты. У, бля. Тут баксов, правда. Двести урона, тут 100 урона, но дешевле гораздо. Возьму 2, наверное. А, 50 урон.
Это дорого очень. Потом раскидаю. Так, сейф. Вот вы где. Добро пожаловать, рейнджеры, господа офицеры. Скоро я подробно расскажу вам о ситуации. Но капитан Меркафтан подсказывает, что лейтенант Вудсон вот-вот запустит прямую трансляцию. Так что обождем. Пока скажу, что мы отправили Вудсона с отрядом Фокса в Лос-Анджелес, чтобы основать там базу. И пока что все продвигается неплохо. За последние 48 часов они нашли источник воды, начали строить стену, периметры и приступили к поискам источника сигнала, который вы могли запинглинговать. Когда они его найдут, вы, отряд Эка, отправитесь сюда, чтобы усилить нашу группировку и больше узнать о территории. Как у вас дела с связью, Меркафтан? Минута на минуту, генерал. К сожалению, пока мы не можем использовать источник того мощного сигнала в Лос-Анджелесе. Связь с Вудсоном на земле будет невозможно, чтобы обменивать сигналами с Аризоны через горы. Нужно подняться выше 600 метров. Мы назначили сеанс связи на тот момент, когда вертушка 1 будет в воздухе. Надеемся преодолеть. А, вот, принимай сигнал. Спасибо, Меркафтан. Включайте громкоговорители. Да, сэр, один момент. Вертушка 1, это Этил Меркафтан. Тадели, мы готовы говорить с генералом? Хорошо слышите меня? Все туда, я слышу вас хорошо. Привет, змеи. В Южной Калифорнии отличный денек. Привет, Анджела. Расскажи, что видишь. Слушай, генерал, это наш первый полет на запад от Сан-де-Спрингс, и пока все без особых отличий. Все как вчера. Знаю, что повторяюсь, но тут такие просторы. Развалины тянутся на сотни миль. Сотни! Бесконечная сеть пустынных улиц и разрушенных зданий. Редкие следы жизни. Дым кое-где из трущоб. На пустых площадях разбитых ферм. Местные выходят посмотреть на наш вертолет. Ничего больше не вижу пока. Никакой радиовышки. Способный... Что способный? Господи, боже мой. Генерал, я просто... Вот это да. Я вижу очень много воды. Никогда не... Генерал, кажется, это Тихий океан. Я никогда не видел столько воды сразу. Ее больше, чем суши. Я... Охренеть, серьезно? Люди не видели океан и море. И озеро какое-нибудь большое. Капитан, не, Дэд, я вижу какие-то большие сооружения на 2 часа. По координатам это Тюлени пляж. Да, пилот, я вижу. Генерал, мы приближаемся, ну, к чем-то вроде склада или фабрики. Впервые вижу такое большое. Капитан, строение обитаемое. Повторяю, там есть кто-то. Я вижу фигуры на поверхности, на юге и на западе, внутри ограды. Жду указаний. Вперед, Джоуи. Только медленно. Я хочу взглянуть поближе. Приготовьтесь маневрировать по моему сигналу, ясно? Вас понял, капитан. Выполняю. А тут все основательно устроено, генерал. Следы ремонта, здания в хорошем состоянии. Свежая краска, все такое. Вокруг него кажется большое поселение. Какие-то... Капитан, ясно вижу те фигуры. Мне кажется, это не люди. Координат, пилот, где я не... Не, надеюсь, что, капитан, они похожи на... Да, роботы, черт, генерал, мы видим роботов, больших роботов. Раз в два больше тех, что были раньше. Они военные, это точно, я вижу оружие, систему прицеливания. Войсковые знаки, похоже, они занимают позиции вдоль периметра, готовятся к обороне. Пускай отходят, капитан, мне это не нравится. Да, генерал, вертушка один, уходите. Приказ генерала, повторяю. Капитан, нацелиться, советую срочно уклониться. Вас принял пилот резко на север, 008. Генерал, простите, нам придется... Они стреляют, капитан, 1, 3, 4, крикеты. На запад, набираем высоту, живо. Не отступай, капитан, они словно нас чуют. Господи боже, что это за изобретение? Всем приготовиться, держитесь!
Мэйдэй, 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 нас подбили, мы падаем, мы... Анжела, я... Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Ну, бывает что. Ой, бля, ладно. Рейнджеры, рейнджеры, я не могу словами выразить горе. Слышать такое, слышать, как во время выполнения мирного задания гибнут важные мужчины и женщины, как их убивают без предупреждения. Простите меня. Не знаю, кто это сделал, почему, но я не допущу, чтобы операция оказалась сорвана. Более того, это только укрепляет мою решимость восстановить верховность закона в Лос-Анджелесе. Если тамошние дикари обладают столь большой огневой мощью, то мы должны вмешаться. Люди должны быть освобождены из-под их тирании. Эко, вы отправляетесь на базу отряда Фоксворд в Санта-Фе Фрикс. Продолжайте их работу, наладите работу оперативной базы, остановите контакт с местными, найдите радиолыжку, чтобы поддерживать связь с цитаделью и транслировать наше послание о будущей победе закона на окружающей территории. Далее у вас будет два основных тактических задания. Во-первых, вы будете искать источники радиопередач армии Господа и цитадели, которые мы слышали, и сообщать о результатах. Во-первых, вы должны узнать, кто сбил вертушку 1, и определить, какую угрозу он представляет для того региона и для нас. Наконец, самое важное, вы постараетесь заручиться поддержкой обитателей Лос-Анджелеса. Убедите их, что рейнджеры достойны доверия. Будьте делать это, оказывая всю возможную помощь, наказывая грабителей и преступников, доставляя воду и еду. Люди Лос-Анджелеса должны знать, что рейнджеры пришли как спасители, а не как завоеватели. People of Los Angeles must know that the Desert Rangers do not come to them as conquerors, but as lawbringers. Потребует время, чтобы подготовить все необходимое для путешествия. Так что если у вас остались дела в Аризоне, если вам нужно запастись оружием, броней, боеприпасами, у вас есть такая возможность. Отправившись в Лос-Анджелес, вы не сможете вернуться, пока основная задача не будет выполнена. Это все, что хочу сказать. Вопросы есть? Мы смогли договориться о перемирии с комендантом Данфортом, старшим Красных Скорпионов. Их вылазки должны прекратиться. Вот это отлично, Рокодин. На два фронта мы бы не смогли сражаться. Перемирие позволит нам хотя бы время выиграть. Что за армия, господа? Будьте осторожны с ними. Кажется, они призывают к открытой войне со всеми остальным миром. Держитесь оружием готове. А дети цитадели? О них мы знаем очень мало. Их возглавляет безумец, который считает, что люди должны стать едины с машинами. Будьте осторожны во время разведки. Они могут оказаться непредсказуемы и агрессивными. Ну я тоже такого мнения. Типа, люди должны стать едиными с машинами. Когда будете готовы, проходите на вертолетную площадку. Мы вас перебросим. Больно. Ну, в аптеку надо. Да. Потом вернемся. Уи, 200 баксов. Ни хрена себе. Сот бакчей. В
принципе, нормально. О, нормально. Ничего себе, оказывается, здесь можно было. Всех вылечили. Вау. Так, пошли продадим еще эти гребаные кофты. Они, наверное, весят до херища. Так, вот это что-нибудь есть у нее? Эко, наверное, вам для задания Лустанца снаряжение. Для вас заявку отложила. Генерал еще приказал мне дал. Но думаю, он захочет вас получше экипировать перед тем, как вы уйдете за горизонт. А что у вас есть? Очень интересные образцы, посмотрим. Я собрал для вас самое лучшее, судя по тому, чтобы видели, ну то есть слышали, в Южной Калифорнии вам это пригодится. У меня есть одна заявка для вас. Урон 1. А, это связка. То есть связывать людей можно таким образом. О, вот урон, кстати, неплохой. Я вот это взял бы. Looks like you're out of requisitions, Rangers. Remember, it's just one item per rec. I'll let you know when I've got more for you. Ага. We have everything from sturdy leather jackets to hand for. I've got some custom, interesting armor. But the general's orders are to save those for special loadouts only. Ну и ладно. Thanks for visiting, recruits. Come by anytime. Нормалек. Удобно. Чем нас тут отправляет? Мы же новички. Как раз вовремя, рейнджер. Готов к полету? Да. Тогда грузитесь и постарайтесь там не посрамить мундир рейнджеров. Сейчас. Уход с цитадели рейнджеров. Поднимаясь в вертолете на цитадели рейнджеров, группа Эко еще не знает. Они летят они в Лос-Анджелес, чтобы помочь отряду Фокстрот или отомстить за них. И какого врага они там встретят. Разговоры по радио мрачные и непонятны. Там говорят о крови и штыках, о золотом будущем в последних днях, о совершенстве человека и уничтожении пустынных рейнджеров. Это реальные угрозы или просто бред сумасшедших?
Это кто-то из этих сумасшедших сбил вертолет отряда Фокстрот, или это был другой, еще неизвестный опасный враг? Я устал читать. Но сейчас самое важное — суметь и группа Эко вообще добраться до Лос-Анджелеса. Топлива хватит впритык, да и то только при идеальных погодных условиях. К сожалению, погода далека от идеала. Токсичные дожди, циклон и густой туман вынуждают группу Эко снова и снова менять курс. Но мешает не только природа. За время пути... За время пути не единожды по ним стреляли с земли. Это доказывает, что апокалипсис пережило гораздо больше людей, чем считалось. И, к сожалению, это такое доказывает, что у людей первый инстинкт при встрече с себе подобными — сначала выстрелить, а вопросы задавать уже потом. Наконец, после бесконечной ночи взошло солнце, осветившее раскинувшееся внизу зеленые болота Лос-Анджелеса. А радио внезапно поймало странные передачи. Сквозь шумы пробивается сигнал бедствия отряда Фокстрот. На их позицию напали дикие животные. Группа Эко устремилась на помощь, но как раз когда в пределах видимости появился лагерь рейнджеров, двигатель вертолета зачихал и заглох. Охуенный вертолет. Топливо закончилось. Вы издеваетесь? Кто так собирает на нас? Вертолет падает. Лучшие рейнджеры, которые только знаю. Просто невероятные. То есть полетели без топлива? А, охерительно. Великолепная идея. Так, что делать? Ну, сохраняемся, во-первых. Ой, блядь. Когда пыль рассеивается, вы понимаете, что оказались почти в самом центре собачьей грызни. В буквальном смысле этих слов. Капитан рейнджеров стоит в центре, огражденного на скорую руку участка. Вокруг лежат истерзанные и разорванные бойцы из его команды, а огромные псы-мутанты пытаются атаковать его со всех сторон. Где? Это где такое? Сюда можно залезть? No time for introductions, Echo One. Stop staring and start blasting. These dogs have got us by the balls. Бля. Блин, они еще и побежали первыми. А! Больно как! А что такие мощные? Вы видели, сколько у них хп у собак обычных? Блин, получается, будет еще сложнее, чем с роботами теми. Блять, пиздец. Мне это не нравится вообще. No time for introductions, Echo One. Stop staring and start blasting. These dogs have got us by the balls. Я в пруд попал. А. Медоед. Найс, блядь, дебил. Я ее не убью. Нихера сих там. А
что мне делать-то? Как я с ним буду бороться? Охуенно. Они, блин, встают еще так, что, блин, вообще пиздец. То есть у меня ни стрелок снайпера не может стрелять, ни это. Вот он такой стоит. These dogs have got us by the balls. No time for introductions, Echo One. Stop staring and start blasting. Я могу стрелять? Могу. Иди нахуй, блять! Что за расстояние такое? Я не знаю, как это выиграть. Опять, блин, я ненавижу эти моменты вот этой игры. Как их должен делать, блять? Я не могу стрелять по ним с пистолетов вечно. Пиздец какой-то. No time for introductions, Echo One. Stop staring and start blasting. These dogs have got us by the balls. Ой, хорошо попал. Так. Ну ты в засаду, наверное, да? Тут прятаться нет смысла. Блин, уже пойдет по человеку опять. Этот еблан пойдет по человеку. Блин, еще так больно херачит. Ну одну надо въебать, вот это вот. Снайпер сейчас не стреляет, он отходит. Так, это довольно неплохо, мы почти одну захерачили. Больно-то как? Пиздец, они больно бьют! А как я должен их убивать-то вообще? Ебать, пиздец какой! Так это невозможно! Это невозможно пройти! Так, минус одна. И что? Охуенно. Ты просто тупая, блин. Обалдеть. Пятьдесят шесть. Что это за процент такие ёбнутые? Но они не убьют собак. Это пиздец. Он одним ударом, блядь, охуярил. Просто пол хп этому чуваку мощному. Это невозможно. Блин, повезло. Просто повезло, пиздец. Пятьдесят один хп урона. Какая же хуйня.
Да хорош! Это нереально. Дело в том, это наше не попадет сейчас. Ладно, можно, типа, пострелял и залечился. Так, ну она сейчас должна выжить, в принципе. Пиздос. Блять, эта псина побежала сюда. Ну эта псина побежала сюда, блять. Это нереально. Я не смогу их убить. Охуенно, нет патронов. Че, ёбнутая что? А, я патроны перекинуть не могу. Просто заебись. Же ебанина. Мне нет комментариев, это игры, я блядь, я ненавижу просто, блять. Ну это за хуйня, как я должен побеждать это? Это при том, что у меня снайпер попадал почти критическим постоянно. Это еще повезло мне. Эта игра не создана для людей, я не знаю, для кого она создана вообще. Я не знаю, как это играть. Я не знаю, как это хочешь, блять, ёбаный уровень. Что мне сделать? Эта херота 100 урона наносит. Но, блять, они не собираются так в кучу, чтобы пальнул по ним. Это 25 урона наносит. У меня снайпер больше бьет. Это 50. Не, ну если попасть хорошо в кучу прямых. Я не ебу, вообще пиздец какой-то. Полная хуйня. Я не могу с этой игры, просто не могу. У меня на каждую серию, у меня она просто ебет мозги. Что ты от меня хочешь? Что я должен придумать сейчас? Что я вообще ничего не могу придумать? Гранаты тратить, которые я вообще покупал для роботов, блять. Полная хуйня. Нет патронов.
Поебота, короче, бля. Когда я пройду ее, не хочу в нее играть уже, блять. Я не могу ее терпеть. Пиздец какой-то. Stop staring and start blasting. These dogs have got us by the balls. Бля, хорош попал. Блять, ебаш, что еще так больно, пиздец. Куда, блять, палит, ебан? Мне вот эту сейчас надо захерачить. Почему у него один хп осталось? Ну почему, блядь? Сколько собак? 4? Блядь, какой пиздец. Так, у тебя граната есть. Неплохо. Стрельнуть я, конечно, не могу больше. Ладно. Так, снайперу надо валить. Окей. Конечно, проценты ебанутся просто. О, заебись. Окей, я понял, как это работает. Это хорошо. Эта пушка поможет. Похуй пока, это далеко. Что это за топсин, так, который переломом херачит сразу? Блин, смотри, как встала. Паскуда такая. Но она, блин, криво пиздец встала. Сколько у нее хп? Еще полтос бы херакнуть ими. Но я не попаду так, чтобы не задело. Маринку бы отогнать. Ладно, давай-то пока стреляем. Вот это надо захерачить. Мы не захерачим сейчас. Блять, нет патронов, прикинь. Нет патронов, блять. Отойдем, пускай бегает. Но он не падет сейчас же. Хотя тут по траектории еще и этот. Вообще ни разу. Пиздец. Так, у меня неплохие шансы, кстати, сейчас. Этот, скорее всего, еще не ударит. Но он будет в упоре стоять. Это далеко вообще. Только главное, чтобы он не снайпера не херакнул. Пиздим вот эту собаку. А как я буду пиздить? Не патронов. Погодите.
А их вообще нет у меня. Я столько их покупал, а почему их нету? Блин, что, придется по своей херачить, что ли? Надо добить вот эту. Уже лучше, окей. Не хватает, сука. Ладно. Блин, как же мало урона. Ой, хорошо. Попадай в псину, пожалуйста. Так, ну медоеда-то надо херачить. Они еще разбежались, блять, сейчас. Два, да? Три хода. Но должна выжить, в принципе. Блять. Угу. Блять, как же больно. Только не бей, пожалуйста. Надо завалить его. Блять, дура. А я чё, красная херта? Так-то лечить нужно. Вот его. И еще. Нормально. Блин, ее тоже вылечить на самом деле. Похуй. Держимся. И отбежали. К Маринке. Попадай, пожалуйста. Зашибись. Это радует. Патрон нет, да? А, есть. Хорошо, десяточка. И псину надо добивать. Отлично. Просто восхитительно. Остался один медоед, которого, в принципе, уже не так страшно. Здесь еще я бы вылечил еще раз вот этого чела, потому что может быть больно. Ну, чисто просто на ХП. А не хватит, наверное, да? Да, не хватает. Ладно.
Все. Все, хорош. Че два раза? Че такое? Ой, как. А что так хуево-то? Ууу, контушка. Не хватает чуть-чуть. Блин, я все-таки одолел этих чертей. Так, лечим. Лечим нашего силача. Потому что он больше всего урона здесь наносит. Окей, все, нормально. Это вообще ни о чем. Просто. У тебя ж контушка, ты. Все, отлично. Пиздец какой. Какой пиздец. Сохранение тут же просто. Просто тут же сохранение. Ебать ему больно. Секундочку. В смысле, как мне? А как мне качаться-то? Я качаться не могу. Да вы охуели. А-а-а, больно. Десять секунд еще он так будет охуеть. Так, ну ладно, мы управились. Жуть какая. Минут, сукин дети, вы не могли появиться сюда на 5 минут раньше? Черт! Простите, я знаю, что это не ваша вина. Вы прибыли так быстро, как только могли. Да. А, просто перехваченное дыхание. Ну давай же, убийца. Вставай, ковбой, нас ждет работа, кашель. Ладно, слушайте меня, Эко. Если вы не хотите повторения того, что только что произошло, вам придется обезопасить периметр антенны и держать собак на расстоянии. Нет, нет, погодите. Сначала вам нужно найти Вудсона и выяснить, в каком он состоянии. Когда сюда нагрянул эта стая, он был в комнате связи. Прокляни меня, Господь, если я брошу своего последнего подчиненного и дам ему умереть. Да и, кстати, пока вы еще не ушли, никто из вас не умеет обрабатывать раны. Один из этих песиков хорошенько хватанул меня ниже ребер. Боюсь, как бы не истечь кровью. Насколько серьезна ваша рана? Не знаю, пока не проверял, но раз уж оставляю за собой красные следы, то думаю, дело плохо. Где находится комната связи? Прямо к северу отсюда, давайте пошевелитесь. А что с Вудсоном? Он пошел в комнату связи, чтобы вызвать вас по радио, но затем вдруг пропал из эфира. Отправляйте туда, выясните, все ли с ним в порядке. Что вам известно об этих собаках? Про то, что они погрызли нам задницы очень немного. Мы называли их облученными. Эти псы — часть здешней дикой природы. Их тут полно. А что за убийца? А, типа, понял. Вы единственный из вашей команды выжил? Печально, это действительно так. Действительно так. Докладывает команда рейнджеров Форт-Порт. Расположение Санта-Депа Спрингс. Количество 1 единица, состояние полная задница. Не, накачали, начали так называть из-за вот этих пушечек. Ну а теперь, наверное, буду еще и потому, что прикончил свою чертову команду. Проклятие, мне нужно было отправить их чинить забор еще несколько дней назад.
А, то есть это вы, да? Это место здорово напоминает Сита. И на полно дыр, через которые можно проникнуть собаки. Если залатали стены, то все будет в порядке. Ну а до тех пор легкая добыча. Я так понимаю, пока мы связь не настроим, мы не можем прокачаться, да? К северу. То есть туда. Это же опять псины могут быть. Так, секундочку. Пока никто не нападает. О, аптека. Ивану весь истек. Повезло. Так, это поскольку рандом, я тут сохранюсь. Надо было на легком это играть. Хотя я так не играю. Так, где-то там что-то происходит. Пальма прикольная. Блять, нет, нет, ну что у вас за глаза такие-то, блять, пиздец. Что это, откуда? А-а-а. Блять, ну еще бы. И как мне с ними драться? Может, их две всего? Ну, игра, конечно, пиздец. Короче, слов нет. То есть собака здесь ходит какая-то. Придется стреляться, что я могу сказать. Так, надо лечить. Лечить ребят надо. Блин, пиздец, конечно, типа ХП. Моментально тратится все эти мои ресурсы. Или у тебя так мало ХП? Эти линии-то. Ой, попал, хорошо. Что? Блин, не на снайпера только. Так, две псины. Три псины. Блядь, три псины. Я задумал две.
Ну охуенно, чё? Не пизда. 4 псины. А, ну это ГГ. Топчик, я понял. Эх, жалко, вот этот не попал. Да-да-да, иди сюда, пожалуйста. Иди сюда, блять. Пиздец, удар. Как это вообще пройду? Ну как это пройду, блять? Я же это не пройду. Ну серьезно, я бы такую игру проходил только одним способом. Я просто перезагружался после, спускаться после каждого выстрела, потому что это хуйня полная. Неплохо. Больно хуячу, конечно. Нормально. Она сейчас ляжет. Ну и на промах. Блин, я думал, сейчас он в Марину захерачит. Все, нормально, спасся. Надо попадать. Отлично. Так, ну ладно, мы, может быть, и не последний, это еще. Это не конечное, может быть. Проблема в том, что вот это сейчас может... Нормально. Живой. А ни у кого нет патронов, по-моему. Это сколько? 9 миллиметров. О! Внезапно. Но перезаряжать надо. Я бы лучше вылечил вот этого челика. Она, ладно, пускай кисает, наверное. Блин, а мы не успеем. А, ну он убьет одного. Наверное.
Фиг его знает. Вот этот больше всего я хп. Это ты, Карлсон? У нее нет оружия, да? Но мы можем... А что мы можем, блин? А вот 9 миллиметров, кстати. Но он перезаряжать, пока она будет там, блин. Так, это мы перекинем ей-то. Ух ты. Какой пиздец. Просто no comments. Просто, блять, no comments. И главное, вызвать ничего не можем. Мы не можем уровень себе повысить. Кто тут? Где? Ух ты. Какое спасение. А, это шкафчик. Блять, какой пиздос. Тут и... О, аптечка. Так открой же. А как тебя не съели? Лейтенант Уэйд Вудсон — один из самых технически одаренных рейнджеров. Его лицо украшает самодельные очки. На висках Вудсон нет там очков никаких. А на висках Вудсона уже хорошо заметна седина. Так что вы появились именно сейчас? Если бы эти собаки сломали дверь, мне бы пришлось сражаться с ними зубами и ногтями. Вас послал капитан Карлсон? У них все нормально? Мне очень жаль, но все мертвы. Что, выжил только Карлсон? А остальные мертвы? Твою мать, я думал, раз уж вы здесь, то все будет... хорошо, я все понял. Уже слишком поздно, черт побери. А я-то надеялся, что сегодня нас ждет теплая семейная встреча. Но вместо нее теперь будут проклятые похороны. Вот дерьмо. Ладно, ладно, думаю, после всего этого для нас стало еще важнее продолжить свою работу. Нельзя допустить, чтобы смерть всех бедняк оказалась напрасной. И Катин докладывает. О. Да-да-да. Congratulations, Echo One. You've done well. Отлично. Поздравляем со званием лейтенанта. Генерал Варгас лично присвоил мне новое звание. Это было как раз перед тем, как мы отправились в Калифорнию. Он сказал, что очень гордится моей службой и что со временем меня выйдет отличный генерал. Уж будьте уверены, я сделаю все для этого, чтобы его слова сбылись. Но я собираюсь починить вот эту радиостанцию до того, как я размножил этой собаке голову, она успела к чертям порвать кучу проводов. Уверен, что Карлсон отправил вас заниматься периметром, латать дыры в обороне и убивать облученных собак. Ну а если он вдруг забыл отдать вам такой приказ, сообщая, что это для нас сейчас важнее всего. Ладно, а теперь отправляйтесь к Карлсону и скажите ему, что со мной все в порядке. Скоро я его навещу, вот только с радиостанцией закончу. Так, пошлите Карлсону снова. Надеюсь, он еще не сдох, а забыл об этом. Оу! Дэй. Он в порядке? Это хорошая новость. А теперь займитесь периметром, пока нас опять не напали. Не хочу умирать с навязанными костями под боком. Так, Карлсон, иди сюда. Эй, Карлсона.
А где он? Вот это он? Он сейчас сдох? Блин, я забыл его что вылечить? Это я молодец. А как мне эти дыры находить вообще? Ну, допустим, давайте оббежим просто вокруг. Так, тут забор вот какой-то сломанный. Чё, ну, тут вертолет, в принципе, валяется. Как все дыры выглядят вообще? Так, я сохраниться забыл. Так, мне надо еще прокачаться, наверное, да? Ничего прокачать не можем. Ну и короче, оружейник надо прокачать. Может быть, снайперский прицел сейчас захерачу. Надо полевую медицину еще лучше сделать. Давай компьютеры прокачаю, что ли, еще. Так. Что мне делать-то? Так, мне нужно перекинуть... Снайперка. Максимальная дальность плюс 4 метра. Разброс минус 10. А, к дробовику это... Вот это я прикреплю сейчас. Давай-ка я Маринке это накидаю сейчас, и мы поделаем. А, пистолеты, снайперки, да? Как это сделать? Ага, два раза тыкаешь. Окей. И передаем обратно Ивану. Окей, вообще нормуль. Урон бы еще повысить как-то ей. Продавать, наверное.
Так, сохраняемся, чтобы потом опять не делать это. Где эти, блядь, дыры? Угу. Пиздос. Вот дыра вижу. Я понял, как они выглядят. Но мне не нравится слово дыры. Пусть их много. Look at all this foliage. I've never seen such green outside accent. Восхищается листвой. Welcome to the jungle, indeed. Нихера себе, серьезно? Возможно, это нам понадобится. Да попробуем. Так, одному. Можно это снять? Ой. Блин. Вот это я не вовремя сделал. Ну ладно, что могу сказать? Окей. Это было обидно. Попадаемся опять еще. Тихо. Раз, два. И медоед тут еще был. Блять, еще серьезно, что там дальность что ли понизилась? Дальность 26. А тут 36 метров, нихера себе. Ну, можно сделать, короче, 50-50, менять пушки еще. Блин, сохраниться жалко нельзя. А вот это пиздец как плохо. Ну, пока мы не можем ничего купить, конечно.
Так, ну это похер. Собак сейчас будет. Ой, как много. 3 собаки, 2 медоеда. Как там было? Это печально. Бегают, конечно, пиздос. Блин, они плохо стреляют, кстати. Очень хорошо урон наносит. А еще могу? Нихера себе. Вот это херово. И точность лучше. Нормально. Хорошо, ладно, у меня пушки поменялись, это очень здорово. Вообще ничего не попал. Сколько урона это нанесет? Ага, ясно. Хорош. Ясно. Окей, минус одна. Надо медоеда херакнуть, наверное. Хотя этот полный стоит. Ты ёбнутая, что ли? Ну как так-то? Ну как так, сука? Ёб твою мать, на 58% 3 раза подряд там промахнулся, 3 раза. А я 4 раза промахнулся. О, попало, обалдеть. А сейчас ударит. Оу. Это очень плохо. Десять поднять, сколько стоит-то? Да, блять, ты заебала, ёбаная кривая. Восемьдесят один. Стакан откусить, блять. Почему здесь нет патронов? Ну почему здесь нет, блять, патронов, сука, ты тупой. Может, они встанут? Что? Угу. Ну, это засада. Ему пизда. Надеемся на снайпера, наверное. Нет, не надеемся. Охуеть.
Ну, води их тогда здесь еще, я могу сказать. Хотя ей, по-моему, конец. Если она умрет, мы перезагружаемся же. Хорош. Ей пизда. Я ничего не сделаю. Ну, типа, у меня нет доктора сейчас. Ясно. Ебучая игра. Пошел нахуй. Все, на этом мы серию заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншот, обзор, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.